Дом как одна сплошная фотостудия. Творческий тандем фотографов излюбилец. В режиме ограничений креативит по полной. В рамках проекта «Внутри изоляции» пара ежедневно делает актуальные снимки, где используют пространство только своей квартиры и подручные средства. Фотографы уверяют, необычные кадры сделать под силу и нашим зрителям. Так, Томас. И ушел. Творческая ломка довела фотографов до путешествия в вымышленное параллельное пространство. Побывать в фотомире внутри изоляции Дмитрий и Алина приглашают всех желающих. Итак, берем камеру в руки и повторяем лучшие снимки творческого тандема. Начать делать домашние шедевры профессионалы предлагают с фотосессии питомцев. Поймать в объектив четвероногих друзей, конечно, непросто. Запасайтесь терпением. Напарником и любимыми игрушками животных. Когда еще на это будет столько времени? Положительные эмоции гарантированы. А дальше приступаем к фото, которые точно удивят ваших подписчиков. Наша картина называется «Эффект коллажа без использования фотошопа». Чтобы воплотить идею в реальность, нужны лишь нейтральный фон, музыкальный инструмент и любые напечатанные изображения людей. Вырезать из газеты, из журнала, из какого-нибудь плаката, какого-нибудь голову какого-то человека, известного певца, актера. Вот у нас, допустим, например, есть Шостакович. Использовать можно какую-нибудь часть тела. Например, у нас есть рука, вырезанная из какого-то, не помню, журнала. А вот и результат. Газеты и скотч понадобятся и для следующей идеи. Серия снимков пожирающих. Пожиратели новостей. Олицетворение весны 2020-го. Делаем тематический фон. Облачаемся в наряд из газет и готово. По-моему, очень актуально. Все мы так долго ждали лета, но о путешествиях пока придется позабыть. Но наши креативщики уверены, классные фото можно сделать без загранпаспортов и виз. Кто-то мечтает о море, кто-то мечтает полететь в космос, а кто-то мечтает очутиться в Париже, как я. И сейчас я вам покажу, как это можно сделать. Вы включаете заставку на своем телевизоре с тем местом, в котором вы хотите очутиться, и вуаля, подходите поближе, надеваете шляпу, и вот вы уже в Париже. Мечтать не вредно, а вдруг такое фото притянет события? Визуализируйте задумку. И напоследок, самое вкусное. Всем уставшим от готовки посвящается. Надоело делать типичные фото еды? Ловите лайфхак от Димы и Алины. Так в их исполнении выглядят звуки изоляции. Замените посуду на виниловую пластинку. Или сделайте блюдца из компакт-дисков. Ретро нынче в тренде. Без внимания и лайков точно не останетесь. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.